Мы заскочили в такой вот ресторан-бар Soul. Нам посоветовали друзья, говорят, здесь хорошая атмосфера. Вот такие вот чил-диванчики. Тоже на прикольном районе, вот возле Twin Towers. Здесь тоже такой хай-тек. Однозначно, районы... Ух ты, самолет пошел на посадку. Районы Лиссабона мне... Это, наверное, единственный город, где мне районы больше нравятся, я имею в виду в столице, чем исторический центр города. Очень много клевых заведений. И зелени среди вот такого вот хай-тека. И что интересно, вот этот Soul Garden, кафешка, здесь вот такая вот стрекоза. И, конечно, без женской головы, но очень похоже на стрекозу, которую мы видели на украшении, на одном из украшений в музее Калуста Гульбенкиана. И очень прикольно. Здесь везде эти стрекозы. Хорошее место. Здесь три ресторана. Вот Олив, Soul Garden такой. И там еще одна кафешка, но без резерва, как бы совсем кисло. И о них говорят, что столик на четверых может быть готов только через час-полтора. И поэтому не знаю, удастся ли нам сегодня сесть в этой, в этом саду или вот в этой Оливе. Но сейчас попробуем. Дождемся наших друзей и будем что-то решать. Прикольный такой фонтанчик, вернее водопадик. И вообще хорошая локация. У нас на районе. Не звонят, а звонят. Все здорово здесь. Нравится мне район Лиссабона. Ура! Нам нашли столик. Здесь так прикольно. Вот это все вот в воде. И тут главное, когда вот ты двигаешь, вот мы там сидим, когда ты двигаешь свой стул, не упасть вот в эту воду. Очень миленькая локация, очень миленькая кафешка. Запомните, Soul Garden. Классная обстановка. И мы сейчас будем что-то заказывать и немножко выпивать. Итак, лиссабонский кальян. Это круто. На грейпфруте. Разноцветный. Такого я еще не видел. Это круто. Ребят, приходите в кафе под названием Soul Garden. Это настолько атмосферное место в Лиссабоне. Сюда стоит прийти,